Вы смотрите новости МТРК, и мы продолжаем наш выпуск. Какой двор самый спортивный? За звание лучших футболистов соревновались 10 команд. Это дворовые клубы Петропавловска. Кто победил, расскажем прямо сейчас. Встречаются сборные дворовых клубов 15 регион и ДК «Сильный». Профессиональных игроков здесь нет, но мячом владеют не хуже. На поле мальчишки проводили времени больше, чем за гаджетами. Первая 20-минутка принесла командам по одному очку. Соперники сильные, идет игра равная. Наша команда уже играет второй год. Мы играем любительские турниры по мини-футболу. Достаточно успешно отыгрываем. Мы также перед финалом сыграли 3 матча на этом турнире, выиграли достаточно уверенно. Но в начале второго тайма мяч пропустили. К концу реабилитировались. Основное время закончилось ничейным счетом. Назначили дополнительную 5-минутку, которой воспользовалась сборная ДК «Сильный». Она и стала победителем. Мы хотим как можно больше подключать именно дворовых команд, которые не профессионалы, которые не занимаются где-то в профессиональных школах спорта, а которые просто играют на улицах, чтобы у них была какая-то мотивация, чтобы они занимались футболом. Всего в первенстве Street Champions Cup участвовали 10 дворовых клубов. Айгерим Мукашева, Актол Консултанханк, Зайдин Нуржанов, новости МТРК.